Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей. С вами снова я, Серега. Друзья, наливайте чайку, кофейку, возможно, что-нибудь покрепче. Продолжаем орвать жопы в игру Киберпанк 2077. Как вы видите, у нас такой экран, вы погибли. Ой, это ужас. Что было в прошлой серии? В прошлой серии, значит, у нас были встречи, точнее не у нас, а у Джонни были встречи с его другом, с его группы самураи, который говорит, давай-ка собирать нашу группу, бомбанем где-нибудь в клубе. И вот мы пытаемся собрать в эту группу, пришли за какой-то бабой, который на каком-то в клубе в Мальстрёмовском, короче говоря, тусит, блядь. Ну как тусит, она туда за инфой пришла. Мы ее, короче, вытаскивали в прошлой серии, сейчас мы ее вытащили. Но суть такая, что здесь очень много охраны, и мне просто отсюда не выйти, не отстреляться от них вообще никак. Прикол в том, что эта баба бес, и она просто прет просто как танк напролом, и ее никто не замечает. Меня же замечают все, кому не лень. Сейчас будем перестрелки в этой как-то, блин, я не знаю, что-то придумывать, я не знаю. Потому что перестрелка реально лютая. Прям лютая-лютая, я бы сказал. Так, стоп, стоп! Не пойду. Там вот пуха где-то должна же была быть. Нет, не здесь. Я в прошлый раз где-то здесь пуху подбирал, погоди. А, во. Есть. О, слушай, смотри. Еще я не совсем... Тихо, тихо. Я не совсем понимаю мощность пушек своих. Потому что... Тихо. Потому что вот это у меня есть пушки и дробовики по 1000 урона написано. А есть пушки по 200, как у меня сейчас в руках. Ну вот это то, что по 200 шмаляет как бы вообще просто убийственно. Я не понимаю почему. А, кто там? Кто там орёт? Тихо. Видишь, это убежало. Ей вообще по барабану. Тихо. Замыкание, перегрев. Перегрев очень долго работает, почему? Так, минус раз, тихо. Я тебя видел. Я тебя видел. Ага, понятно. А у нас есть какие-то другие гранаты? Ой, нет, он нажал. У нас есть другие гранаты, подожди. Что-то мне эта граната вообще не нравится совсем. Так, смотри, да, это вспышка какая-то, так. 10, вот, вот эти вот 10 штучек, давай, у нас есть. Поскакало. О, другое дело, смотри, теперь делаем замыкание. Готово. Замыкание очень мощная штука, я тебе скажу. Советую. Так, собака. Не восстановились у нас эти наши. Нет, еще никак не восстановились. Тише. Вот сейчас, давай. Замыкание делаем. Мощно это... Тихо! Это что сейчас было? Это мне спину что ли бахнули, да? Так, ты друж... А, понятно. Бля, мощная эта пушка, у меня вообще не могу. Я не понимаю, у нее атаки там 200 с хером, она, по-моему, 200 с хером. Она херачит, как черт знает что. Опа, опа, опа. Тихо, сбоку. Долбанные мальстромовцы, а? Блядь, никак в нее не прицелиться. Так. Не хочет вылезать, блин, сидит там засранка, а? Ну все, пиздец! Да-да. Ты угадала, так. Виноград было написано получено, вы че? Так, 301 пистолет, золотая цепь. Беру все, потом все буду продавать, ломать и так далее.
Тихо, никакого. Так, понятно, прицел. О, идет. Опа! Готово. Во-во-во-во-во-во, сваливаем. Готово. Так, патронов мало, давай возьмем что-нибудь другое. Дробовик хороший, кстати, мощный реально, но на небольшие расстояния, к сожалению. Опаньки. Боеприпасы, отлично, хорошо. Здесь какая-то поебень, подключиться. Я надеюсь, меня не убьют. Так, смотрим. 1С, 1С, А7, 1С, 1С, А7, 1С, А... Ай, бля, я не туда сделал. Я не... Блин, я по горизонтали думал, будет работать. 1С. Так, 1С. 1С. 7. Опять не получается. Да что ж ты будешь делать? 1С, 55, херня какая-то, ладно, что-то не то я немножко сделал. Так, смотрим, воооо, 104, тяжелые ботинки, так, 32 какая-то кепка, ни о чемная. Так, здесь еще что-то нет? Нет. Так, друзья, надо сохраниться, мне кажется, вообще. Мы кое-как тут вылезли. Так, сохранился, продолжаем, смотрим. Так, а здесь еще есть комната, погоди. Заперто, во падла. Здесь на самом деле можно побродить, я думаю, мы здесь много чего интересного найдем, если побродим, смотри. Ага, ага. Так, здесь еще применить я не хочу, ком применять нахер надо. Умное оружие все-таки такое себе. Ой-ой-ой-ой! Умное оружие, говорю, все-таки такое себе, оно очень слабо стреляет. Что-то херово мне! Тихо. Блядь, вот тебе и раз. Продолжаем. Так, эту пушку нафиг. Давай попробуем возьмем дробовик. Из него постреляем, что ли. Собираю все, как всегда. Что там? Получен боеприпас для винтовки, понятно. Прицел, хорошо. Давай попробуем с дробовика пошмалять. С двух выстрелов, в принципе, в целом-то неплохо. Футболка, пуха. Но все равно решает вот это. Смотри, она, в принципе, с рожка, с одного магазина, 9 патронов убирает любого. Стреляет очень быстро, на дальние расстояния. Вот эта штука, она лучше всех пока что. Так, снайперка еще, конечно, мощна, но снайперка это совсем сейчас не к делу будет, не к месту. Так. Банка, зачем я банку взял? Подключиться, давай вот здесь что-нибудь тоже это самое. Здесь я получаю ингредиенты для крафта, как я понимаю. Так, БД-7А, значит, смотри. А, БД у меня, а, вот БД-7А. И все. Дальше 55, смотри, будет. Ну ладно, БД. А, все равно нечего делать.
Так, 55 БД, да? Смотри, так. Вижу, давай сюда. Дерьмо. БД, 1С1. Так, вот так. Херня какая-то. Так. Закрыть, применить, понятно. Дробовик чисто ради приколов, как бы, можно оставить, пострелять, но не более того. Сайка. Так. Какой-то прицел, что ли, опять? Откуда ты взялся? Ой-ой-ой, тихо. Тихо. Замыкание. Так, 367. Так, понятно, это все ясно. Опять какая-то, блин, херня, чипы какие-то сраные. Здесь, короче, можно втихаря пробираться, но мы уже нашумели, поэтому не хочу. 289. Давай, ой, не то, давай посмотрим, что мы набрали снаряжение. Вот смотри, пушка у меня 235, но она шмаляет, как черт знает что. Это почти 400, нифига не стреляет, честно. Давай посмотрим, что у нас есть на замену, например. 415, электромагнитная, ну смотри, уже куда лучше. А, это револьвер. Слушай, стандартный пистолет, погоди. Ломаем. Сейчас. Снайперка, погоди. Это что такое? Стандартная винтовка. Целевая винтовка, я даже не знаю, что это значит. Так, смотрим. Револьвер 415, 411 оставим, 350 умная оставим, это разберем, нафиг, 289 туда же, 289 все туда же, так, и 57 вообще, жуть. Так, требуется 30 уровень, плохо. Электромагнитная, а это обычный. Давай приколимся на пистолет, потому что что-то мне вот этот не... Что-то мне не нравится пулемет этот, честно говоря, какой-то. Пистолет-пулемет. 0,4 время прицеливания, 1,79. Так, пока вот эта дальность. 1,89, 1,61, 1,45. Это я все просто разберу. Так, здесь что еще есть интересного? 1,64, 1,16, 1,98, 1,54. Я посмотрю дальность прицеливания. Пока вот это все вот херня полная. Так оно все херня полная. Разбираем нахер это все говно. Так, смотрим здесь, что модификации какие у нас есть. Повышает вероятность критического попадания на 1%. Ну, шляпа вообще. Дробовик 988, 415. Ну, давай поприкалываемся. Хера себе пушка такая смешная. Так, и давайте быстренько сохранимся. Погнали. Что-то хрустальный графин. Боеприпасы, винтовка, так, здесь нечего взять, хорошо, вот мы и дошли, ты куда побежала, вот она, что, короче, этот гребаный лифт так медленно едет? Это бес вот это, она, видишь, у нее глаз на глазу камера, короче говоря, она как этот. Я на машине. Репортер этот самый работает. Так, охрана что? Ну как ты? О, прикольно, смотри, какой кружок, да, классный. Бывало и получше. В этой
Эта идиотка подумала, что я пришла шпионить. Это, короче, какая-то баба из группы Джонни, короче, она с репортером работает. Прикольный у меня пистолетик такой интересный. Подожди, а я могу улучшить вот эту... Подожди. Вот эту штуку я могу улучшить еще, нет? Блин, у меня это электромагнитное, оно просто... Оно, я не понимаю, почему, но оно такое лютое. Оно? Вот, электромагнитное. Могу улучшить его, кстати. Электромагнитное, да? Ну да. 235. Подожди, 235. А это реально оно? Нет. Губитель у меня. Вот, губитель, смотри. Губитель, губитель, губитель. Так, 235, губитель. А это? Это электромагнитная снайперка. 318, туда-сюда. 318, 253. 249, электромагнитная снайперская. Тут у нас идет термический урон. Тут у нас идет термический урон. Это что? Винтовка 318. Сейчас посмотрим. Честно, вообще не знаю, чё, с чем бегать, что делать. Создание электромагнитное. Смотри, я могу делать фиолетовую, а у меня она синяя. То есть фиолетовая это круче будет, да? Вот это. А, такой же губитель. Ну, 365, извините меня. Заблокировано не могу. А почему? А почему? А почему не могу сделать? Почему заблокировано? Или у меня сейчас все заблокировано? А, нет, это я могу сделать, а это не могу. Хера себе подставы, да? Почему не могу-то? Что за хрень-то такая? Вот катану могу сделать на 679. Умный пистолет на 448. Хер поймешь. Пошли уже. Надеюсь, моя тачка там же, где я ее кинула. Так все-таки, зачем ты сюда пришла? Хотела сделать репортаж про музыку в тот антанце. Неудивительно, что Патриция не купилась. Нэнси, блядь. Офигенная у тебя тачка, блин. Что же намалевали, смотри, там на заднем стекле, да? На задней двери, точнее. А, это не такси? Что это? Сесть в машину, сесть в машину. Твою ж мать! А что? Рисунок на памяти? Могло быть и хуже. В пизду память. Я сейчас собираюсь прямо в редакцию. Хочешь поговорить? Поехали со мной. Так поехали давай уже. Я что же здесь? Не развалится по дороге. Я тоже надеюсь, что эта херня не развалится, честно. Ладно, так чего там у Керри? Он хочет возродить самурай. Только на один вечер. Нет, самурая без Сильверхенда. Я сыграю за Джонни. Концерт будет в его честь. Это будет концерт в память о Джонни. Чего это Керри вдруг спохватился? Я думала, он уже забыл. Камеру сними с глаза, дура. Хотя какая разница в самом деле? Что мне с этого будет? Я вообще-то тебя спас. Встретишься со старыми друзьями, спросить у Керри. Я вообще-то тебя спас. Я вообще-то тебя спас. Мог бы дождаться, пока я наберу нормальный материал. Дура, что ли, а? Это Патриция. Просто ебанутая. Надо было идти к ним, когда за главного была не она, а Ройс. Ройса тоже я грохнул. Тогда бы ты точно не выбралась, поверь мне. Ага. Друзья, ну ее нахер какая-то деловая бабец, пропустить поездку и нафиг. Такая деловая, пока не собрала бы побольше материала, мог бы подождать. Грохнули бы тебя, да и все бы там, блин. Че ты на меня пялишься, едешь? На дорогу смотри. Приехали. Вылезай. А что это было в конце вот такое? А вот? Что с концертом? Скажи, Керри, я все организую. На связи. Одолжение сделал. Спасибо. До свидания, блин. Ну что, дело сделано. Звони Керри. Так, подожди секундочку. Нет, звонить Керри мы не будем, а потому что у меня там еще есть задание. Смотри, новый позвонить Керри нет. Сейчас.
Перейти к мегабашне Х8 днем. Взрывной характер, королева, красный пророк. Смотри, прикол. Красный пророк, заняться другими заказами, пока идти до без Нэнси, недоступно для звонка. Я ее только что в машине вез. Какой нахер недоступно до звонка? Что за бред, блядь? Ой, блядь. Так, шут. Ну это все, это можно забыть. Так, новый поворот. Позвонить, дверь. Поверь, мегабашни. Так, знаете, газы. Ну давай дворцовый переворот вот сделаем. Я не знаю, что-то как-то перейти к башне Х8. Или нет? Или нет? Давайте добьем до конца. Давайте добьем до конца. Звоним Керри. Так, позвонить. Привет. Здорово. Как дела? Нормально. С Нэнси поговорил? Да. Да. Она согласилась, сказала, что сама все организует. Опять всеми верно. Ну, круто. У меня возникли проблемы с Мальстрёмом. Ты нашел там так? Ну, давай так. У меня тут возникли кое-какие проблемы с Мальстрёмом. Да, ништяк. Короче, я выцепил Кен. Прикинь, вытащил его из рехаба. Ну, и сразу все завертелось. Так. Генри не знал, что старушка Дэнни так и живет в Найт-Сити. Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз, и поехал к ней. Так что вот у Дэнни все и встретимся. Ладно, давай. Мне тоже надо? Зачем? Ну ты же должен увидеть, с кем ты будешь играть в конце-то концов. Лови адрес. Да, добраться до особняка Дэнни. Хорошо. Так, где наша супермашина? Машина? Вот она там едет. Вот моя супер тачка. А? Как тебе, красавица? Эта машина мне все нравится, прикольно. Так. Никого еще даже не цепанули, смотри. А ну далеко вообще ехать? Зачем я еду? Сколько там? Я не вижу. Где? Ну, 1,1 километра. Ну, хрен с ним. Ладно. Может, что интересное по дороге приключиться. Перестрелка опять какая-то. Едем. Все нормально. Привыкаю к тачке. Привык, блядь. Так, поворот. О, закрутил ее пипецко. Так, едем аккуратно. Главное не слететь. А, нормально, здесь не пробиваем этот забор, нормально. Так сказать, главное не слететь с этой самой дороги. Нет. Да, блядь, ну не управляется она иногда. Тихо, блядь. Не туда, вот сюда, да. Вот туда, да. Супер, выехал. Так. Куда, мать? Преступление, ну-ка погоди. Такой ла-ла-ла, привет, друзья. О, давай постреляем из этой штуки. Соберитесь. Неплохо. Тихо. Пистолет мощный, да, согласен. Забавная штука, пострелять можно. Так, дробовик, штанг. Ты чё? Фига себе, видел, да, вскочил. Так, понятно. Что это такое?
Необычные компоненты. Диалог халапеньо Джо. И кадим какой-то. 2180, нормально. Так, это пустой. Ага. Задание выполнено. Как интересно. А это что? Продать. А, это шмотки. Нет, нафиг, я ничего продавать не буду, я буду все разбирать. Так. Нормальный пистолет, забавная штука на самом деле, если честно. Здесь же надо что-то мощнее, что-то такое, знаешь, прям вот лютое такое надо, знаешь, может даже и пистолет, но какой-нибудь вообще. Из этого все-таки приходится долго и много стрелять, а он очень медленный такой. Ну, медленно стрелять мне не понравилось. Опять же, моя винтовка, вот эта вот как-то губитель вот это, да, он намного мощнее, хотя цифра дамага у него намного меньше. Это очень странно. Этот пистолет мощнее должен быть в два раза по цифрам. Смотри, тачка как жопа прыгает, смешно, да? Так, бэм-бэм-бэм-бэм, скачет. Открывай. Гляди, что тут случилось? В смысле? Может, у нее ремонт, а Генри одолжил бетономешалку. Он всегда был у нас мастером экспромта. Ого. Может, они в доме? Позвони по интеркому. Сейчас сделаем, погоди. Ну ладно, значит, ищем дальше. Так, хорошо, ищем дальше, допустим. Давай по следам пойдем, что делать, я же пухи в руку. Значок прыгает, видишь, внизу, смотри. Так, тачка стоит. Это же тачка этого. Вижу, Керри нас опередил. Да-да-да, да-да-да. Тачка Керри, все верно. О, бля. Понеслась пизда по кочкам. Что ты тут делаешь? Это жена его, что ли? Или кто? Это правда, твой дом? Это хорошо, что ты приехал. А это что? Твой бассейн! Нет, не жена. Кто это? Что пришел? Чтобы было кому напомнить, какого хуя ты сюда приперся. Я вообще-то от Керри. Насчет концерта. Какого концерта? Почему он это передает через тебя? Что происходит, блядь? Что тут происходит? Ты чё здесь стоишь? Чё происходит, дружище? Ты пока здесь один, пока адекватный, нормальный человек. Что тут, мать вашу, происходит? Так, поговори. Мы решили собрать самурай заново. Мы хотим возродить самурай. Да, это кто речь. Такой? А, так вот для чего он решил нас всех собрать. Мило, но без шансов. Я с этим, блядь, уродом играть не буду. С каким? Дэнни. С этим? Нет, понятно. Ни за что. Выбирайте, или он, или я. И пиздец. И пиздец. Если Дэнни упрется, пиши пропало. Ну чё, как ваши дела? Херово, Чумба! Клёво, ты не хочешь со мной играть. А мы уже обо всем договорились. То есть Керри тебе платит? Ну, теперь все понятно. У меня просто, блядь, нет слов. Забирайте этого мудозвона и уёбывайте с моей лужайки! Бля, я не хочу выбирать. Смотри, прикол, он, короче, придет сюда реально бетономешалку. Обычная, тупо бетономешалка. Только, это самое, четырехосная. И вылил. Меня сейчас разозлить, я и вылил в бассейн бетон, нормально. Прикольно, смешной. Так. Сыграем с Дэнни. Я выбрал Генри. Подожди, а кто из них Генри? Ви, помоги мне решить, пожалуйста. Так, Генри, что тебе, что тебе не угодил бассейн, Дэнни, Джонни? Решение за тобой. Думаю, выбрать должен ты. Бля, меня бесит, что Дэнни зажимает нас в угол и ставит условия. С другой стороны, у Генри каша вместо мозга, ему вообще нельзя доверять. Спасибо, блядь, ты мне очень помог. Так, я хер знает. Я хер знает, Дэнни... Так что мы делаем? Может, если я пойму, в чем дело? Может, кто-нибудь расскажет, что случилось? Ослеп, что ли? Он залил мне бассейн бетоном. Наверное, у него была причина. Серьезно? Причина? Так, Генри.
Объясни, нахера ты это сделал с бассейном? Ты же знал, что Керри хочет уговорить Дэнни на концерт. Я думал разрядить обстановку. Он говорит, наркоман. Разрядил, блин. А, сыграем с Дэнни. Похоже, что-то одного будет не хватать. Похоже, всех собрать не выйдет. Ну, это не проблема. На одно выступление можно кого-нибудь со стороны пригласить. Но это будет не то. Как раньше, все равно не будет, Керри. Ага. Ну, я не знаю. Выбрать должен ты. Бля, меня бесит, что Дэнни зажимает нас в угол и ставит условия. С другой стороны, у Генри каша вместо мозга. Ему вообще нельзя доверять. Видишь, ему вообще нельзя. Ты мне очень помог. Нафиг Генри, сыграем с Дэнни, наверное, говоря, не знаю. Раз уж надо выбирать, сыграем с Дэнни. Керри, блядь, как так? Кто тут больше всех создает проблемы? Я или она? Бля, чувак, слушай, давай я... Знаешь что, Керри? Шел бы ты нахуй! Хорошо, что Сильверхенд этого не видит. Закончил? Вали. Ну, реально ебанутый какой-то. Ладно. А что с Нэнси? Я с ней на связи. Она сказала позвонить. С ним нельзя поговорить, да? Он сквозь меня прошел. На концерте? Блядь, теперь еще и с этим надо что-то делать. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Осталось только подождать Нэнси. Ладно, хрен с ним, покинуть виллу Дэнни туда-сюда. Ладно, хрен с ним, хорошо. Он реально ебанутый какой-то. Нахера такую херню творить, я вообще не понимаю. Я бы тоже разозлился. Ну, ты дурак, что ли, да, реально? Ай, звуки музыки, отслеживать задание. Ебать, здесь-то что случилось? Дурдом какой-то, честное слово. Так, журнал, почему я должен что-то выбирать? Дворцовый переворот, звуки музыки, покинуть виллу Дэнни, пока дождаться, понятно. Дворцовый переворот, едем сюда. Дурдом. Дурдом. Со сквозняками. Так, мы не поедем, нахер эти покатушки, стой. Так, смотрим. Ничего себе. Так, давайте вот сюда, да. Так, мы на месте. За стволами я так и не определился, что делать. Не определился, что делать. Снаряжение. Не знаю, что делать, друзья, честно. Не знаю, просто, ну не знаю. Так, вот это точно в разбор. Так, 393. Пистолет нафиг. Так, 365. 300, так. 350. Так, подожди. Вот этот пистолет я хочу сравнить вот с этим. Он умный, умный. Умный пистолет — это хорошо. Это можно выкинуть. 401 за 400 электромагнитная. Так. Ячейка модификации. Ну а мне толку, у меня одна всего лишь, это модификации больше нету. Смысла я особо не вижу. Оставлю этот пистолет с прицелом. Так. Дробовик. А что мы в дробовик? А ничего не можем в дробовик засунуть. Здесь уже что-то сунули. Хорошо. И с этой штукой то же самое. Ладно, хрен. Ой, ничего не поделать. Ничего не поделать. Сразу это нахер. Это что? Нахер. Так, нахер. Сейчас я все сразу поудаляю, что-то мне теперь не нравится, когда мне это все лежит почему-то. Так, и все-таки ж почему я не могу создать вот эту пуху? Почему? Заблокировано. Мне уровня не хватает, что ли? Я не вижу, где что-то написано. Требуется способность мастер. Погоди. Реакция, сила, техника. Способность мастер. Инженерное дело. А, вот создание, погоди. Мастер. Конструктор, утилизация. Так, подожди. Мастерская, вот она может есть? А, вот мастер, вот, смотри. Так.
Эпические предметы. Хорошо. Эффект расходных предметов действует 25% дольше. Вы можете получить запасной компонент такого же качества, что и разобранный предмет. Так, понятно. Вы получите больше компонентов, когда разбираете предметы. А мусор разбирается автоматически. Гранаты наносят на 10% больше урона. Неплохо. Так. Запасной компонент. Давай вкачаем вот это. Компонент. Так, получите больше. Вот так давай. А это... Ах, ёп, это нужно было наоборот сделать. Я не то вкачал. Блядь, вот... А, ёп твою, здесь нужно было это качать. Ой, блядь, ой, я натворил. А уже все, да, никак. Закрыть, создание... Ну да, ну да. Улучшение. Так, мастер надо качать. Бля, вот это я что-то как-то провафлил, конечно говоря. Что-то я не то сделал. А инженерное дело что такое? Погоди, вы получаете, например, от взрывов. Перезарядка на оружие ускоряется на 5%. Вы можете заряжать электромагнитное оружие до 70%. А-а-а. Слушай, а это вот мощная штука. Вот это надо потом качать, смотри. Вы видите практически рикошеты во время... Это неинтересно. Вот это вот неплохие здесь вещи есть, на самом деле, создание. Я понял, во-первых, нужно 12 уровней качнуть, техника, да, создать, открыть способность, зажать, чтобы улучшить. Вот, а теперь я могу вот это как бы делать. Понимаешь? Вот оно что. А это что? Хорошо, ладно, копим еще один уровень, ничего не поделаешь. И будем уже это делать там эту фигню. Так. Подождать, хорошо. Такие крики прикольные. Мочи дезу. Забавно, так, ладно. Куда-то нам надо идти, куда-то. Кстати, погоди. Привет, Ви. Ты готов? О! Это что, новые друзья? А, это вот этого я помню. А вот тебя. А, и тебя я тоже вроде помню, ты была просто в розовом костюме. А как пробраться к Хироме? Да что с тобой? Ты уже выяснила, как идти к Хироме? У меня есть чертежи здания, так что все схвачено. Хорошо. Ну, не совсем все, но до пентхауса доберемся. Проще всего подняться с технического этажа. Я знаю, где там проход. Она такая безэмоциональная, но я думаю, доберемся. Я знаю, мы сделаем, ничего. Все нормально, все будет хорошо. Какая-то она говорит как-то вообще как-то неубедительно. Где мойка? Мы начинаем. Мойка мне не интересна. Ну что, начинаем? Да, пора бы. Да, подруга у тебя, конечно, вырядилась вообще. Прям для задания, прям для спецзадания, блядь. Прям морские котики, блядь. Ай, ёб твою мать, блядь. И чё? Может быть, кто-нибудь нажмет кнопку, мать вашу, блядь. А, техническая крыша, облако, первый этаж. Так, технический этаж. Все стоят, ждут, когда я ткну пальцем. Ну это же, блядь. Сначала заходим мы, потом вы. Идите прямо в облака. Наконец-то движуха. Да главное не сдохнуть просто, и всё. А так все нормально. Осторожно, не нарвись на кого-нибудь. Так. Ты зачем мне сейчас? Что за бред? Зачем она мне звонит? Мне нужен приборный щиток с той стороны. Тихо. Можешь с ними разобраться? Нас увидят, уходи оттуда. Охренеть. Чё? Тихо. Это уж вот где. Я, блядь, солдат, а не мастер на все руки. А чё за бред? Я за ним хожу, а он мне это не реагирует. О, блядь! Отлично, все заново. Блин, они стали жесткими. Почему я не мог его сзади-то схватить? Я что-то за ним ходил, а не мог схватить. Бесит. Привет, Ви.
Привет, Ты Вик. Готов? Да, готов. Погнали. Я даже не буду это слушать. Да, я все знаю. У тебя все трясется, ты видела? Ну что? Смотри, бла-бла-бла-бла. Погнали. А куда нам погнать-то, подожди. В лифт надо. Я немножко увлекся, извиняюсь. Неужели мы нашли рай на Земле? Постоянная колония в Антарктиде. Ну и что, все зашли? Давай быстрее. А чё я и чё? О, сработало. Сначала заходим мы, потом ой, да понятно. Идите всё. Прямо в облака. Да, понятно. Наконец-то движение. Кстати, ну вот давайте сейчас мы сохранимся вот прямо вот вот. А, понял, хорошо. Осторожно, не нарвись на кого-нибудь. Договорились. Мне нужен приборный щиток с той стороны. Можешь с ними разобраться? Да сейчас попытаюсь. Дайте мне только сохраниться. Вот, отлично. Все, сейчас мы сохранимся, друзья, чтобы вот это больше все это не ждать. Так, погнали. Что-то где-то ломается. Я хочу их вырубить. Тихо, как ниндзя. Что? Убить. Берегись, нас кто-то услышал. Ой, меня это уже вот где. Я, блядь, солдат, а не мастер на все руки. Вот, схватить, все. Ну ладно, все вроде. Допустим. Минус один. Тихо. А что на меня палит? Там еще кто-то стоит, что ли? Ага. Это вот тебе не дизонеры, то они хоть здесь не орут, как сумасшедшие сразу. Дизонеры сразу, просто пизда рулю, шум поднимают и все во второй части. Это вообще просто жесть. Сейчас прохожу, это просто, это очень сложный. Дизонеры, это очень сложная игра по сравнению с этим. Так, 55, 7А, 7А, смотри. 55, 7А, 7А. 1С и 55. 1С и 55. Друг на друга, смотри, палят. Теперь нет. Готов. Я их не убил, я их усыпил, так что в порядке. Так, золотая цепь берем, ствол забираем. Смотри, у него ноги жесть, да? Ноги лезли такие, вообще просто жесть. Том и Рокси должны быть уже в облаке. Катана и... Начинаем понятно, по комбет. Знаку Майка. Они разбираются с охранниками, а ты с Хироми. Но сперва тебе надо проникнуть в пентхаус. Зашибись просто. Так, ладно, я пошел. Ладно, я пошел. Тебе в лифт с другой стороны. Береги себя. Я постараюсь. Мне в лифт с другой стороны. Мне в лифт с другой стороны. А куда меня навигатор-то ведет? Какой нахуй лифт с другой стороны, блядь? А куда меня навигатор ведет, смотри, вообще, чуть не врубаюсь. Это, а, это другое задание вообще, да? Крыша. Погнали. Как обстановка? Мы внутри, в облаках. Кто на какой этаж? Я возьму на себя первый. А Том пойдет наверх. Мы готовы. Молодцы. Ребятушки. Так, а вот мне что делать, я не знаю. Дробовик этот, блин. Ну ладно, будь с дробовиком походить. Мне вот такой дробовик, только автоматически бы патронов на 9, на 10. Все, это было бы вообще мощь. Джуди, я на крыше. Прыгай вниз, на балкон. Только осторожно, ладно? Я специально поднялся на крышу, чтобы спрыгнуть вниз?
по моей команде. Давай! Какой давай, погоди! Поздно. Я же говорил, работы дошел. Тихо. Да не буду я, блядь, ужинать. Лучше опилок заживать, и то вкуснее будет. И я тебя люблю. Нет, 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 нет! Нормально, лучше когда пилок заживать, то вкуснее будет, зашибись. Так, камера, тихо, выключить. Твою мать! Такое себе начало, ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, бля. Ну это же реально сложно все стало. Прыгай вниз на балкон. Прыгай вниз. Прыгай вниз на балкон, это вообще жесть на самом деле. Так, погоди, не, нифига. Мы пойдем делать не так. Я уже не раз прыгнул, я вообще не понял, что там происходит. Давай. О, интересно как. Какой давай, бля, погоди, давай. По его команде давай. Ничего себе. Командую тут я, во-первых. Поздно. Так, камеру, перезлом протокола, перезагрузка. А чё? А, во. Включить удалённо. Так не надо. Она выключена, что ли? Ладно. Нет, не жди. Да не буду я, блядь, ужинать. Лучше опилок заживать, и то вкуснее будет. Готов. Спрятать хочу. Допустим, хорошо, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он палит-то откуда? Не понял, кто палит? Так, понятно, здесь мы могли спуститься туда-сюда. Я хочу без шума проникнуть. Но я даже не понимаю, куда проникать, куда здесь вообще заходить. А, вот дверь, все. Так бы сразу сказали, вот дверь. Иди туда. Вижу. Слышишь, электроника тестирует воду из свободного падения. Они подняли тревогу! Без паники, я с этим разберусь. Ага. Ясное дело, у них продажи никакие. Это рекламный ход. Блин, вообще мне не зайти. Да хуй там плавно. Такие, как он, никогда по заслугам не получает. Он прям здесь палец стоит, смотри. Второй вон ходит. Тихо. Готов. Очки и ствол взял. Так. Прикольно, башка у него зататуирована так. Так, серебряные серьги и какая-то дубина, понятно. Это что?
Воу! Там наверху что-то стоит. Так, хорошо, ладно, с этим вроде разобрались, все нормально, да? Тихо и спокойно. Да, это намного проще, чем Dishonored. Намного проще. Так, нам надо на второй этаж по-любому. Поднимаемся тихонько. Так, дверь какая-то. Дверь не открывается, закрытая. Так, ладно. Так. Ёбаный ты нахуй! Кто там? Мой этаж, все. Я их убила. Охренеть. Всех убила. А я вот никого не убил. Иди к камере наблюдения и комнате охраны. Одного пришлось грохнуть. Эх, блин, жалко как. Я его почти сделал. Я его почти так уже придушил. Так, очки, пуха и вот еще. Вот, это губитель типа, да, 327, электромагнитное, да, но оно дерьмовое. Оно совсем дерьмо, у него вообще никаких нету статов, ничего нет. Так, хорошо, ладно, допустим. Жалко этого убил, блин. Почти стихаря все сделал. Так, перезаряжаем. Посмотрим, что здесь еще вообще есть. Как-то опять у меня запалил странно, я вроде нормально сзади бежал, ушел, в смысле, крался. Один хер запалили. Окей, ладно. Хера себе. Я надеялась, ты проберешься сюда по-тихому. Хорошо еще, что они в виртах, иначе все быстро бы накрылось. Всегда любил женщин, которые способны по достоинству оценить чужие усилия. Ага, не говори. Это милашка как раз из таких. Да не говори вообще, офигевшая. Давай к делу, могла бы и отозвать охрану. Ты могла бы отозвать охранников. Тогда не пришлось бы ждать так долго. У меня нет таких полномочий. Пока. Почему их там трое? Не понимаю, что она хочет вот сделать? Вот наша цель. Хироми Сато. А кто эти двое? Кто эти двое? Они будут смотреть наше представление. Это боссы Хироми. Сегодня у них на глазах он будет подыхать в луже собственной мочи. Мы так не договаривались. Зачем это, да, действительно? Посмотри на меня. Видишь? Где? Кто? Видишь это выражение неудивления на моем лице? Я знаю, как Тей. Для них власть всегда связана с силой. Мы будем говорить на их языке. Майка? Я отключу их от вирта, и они будут недовольны, что их так грубо разбудили. И чё? Мы должны сделать так, чтобы взамен они получили зрелище не хуже. Понятно? Мы так не договаривались. Майка, наш план не предусматривал свидетелей. Это же демонстрация силы. А любая демонстрация требует публики. Я лучше всех знаю, как разыграть этот спектакль. Поверь мне на слово. Я уже все обдумала. Много раз. Чудо в перьях ты, блин. Отключи их, посмотрим, что будет. Так, погоди. Я хочу меч забрать, блин. Ладно, отключи их, чуть посмотрим. Делай, как знаешь. Я меч хочу забрать, ага. Катану. Конечно, не Паркер. Эй, что происходит? Кто это? Здравствуйте, меня зовут Ви. Это вестник последних дней Хироми Сато. Он уже однажды подверг опасности клиентов облаков. Он убил Освальда Фореста. Теперь он вторгся в личные покои мистера Сато. И это еще не все. Посмотрите, во что превратился наш клуб под руководством Хироми. Что? Что за херня? Я долго смотрела, как Хироми Сато совершает ошибку за ошибкой. Но сегодня... Сегодня мы все увидели, что он стал бесполезен. Ви! Что она вытворяет? Да я хер знаю, что она делает. Облакам нужен новый менеджер. Я правильно понял, поэт? Погоди, Майка. Ты, кажется, немного увлеклась. А, похоже, вы еще не договорились. Ну, такое, да, себе. Облака должны стать независимыми. Ви, Хироми, надо их прикончить. Мы для этого сюда и пришли. Ладно. Все, хватит уже болтать. Давайте разберемся по старинке. Все, пиздец тебе! Вот падла, тихо, тихо. Охереть, разобрались, блядь, по старинке. Давайте разберемся по старинке. Мне вот эти вот подставы, честно, уже поперек горла, реально. То одни, то другие, блядь, то третьи, нахер, тихо.
перегрев замыкания ему сделаем. На. О-о-о! Один готов. Стиримся, тихо. Спокойствие. Замыкание еще раз. На нахер. О-о-о, тихо. Тихо, он еще жив. Какого хера ты устроил? Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Иди ты в жопу, блин. Я, честно говоря, вообще в ахере от этого всего. Вот, я хочу это забрать. Вообще в ахере от этого всего. Я не понимаю, зачем все портить. Есть какой-то план. Она кого-то приводит, куда-то подключает. Там левые люди. 7 штук мне за что-то перевели. Или я подобрал, получил новый предмет, хорошо. Просто вот она сама какую-то херню творила, вот при этих людей позвала, зачем, чтобы они все это увидели. Что за цирк, блядь? Надо было убить одного человека. Ну и что же? Они отомстят. Ты превратил облака в бомбу с часовым механизмом. Ты не можешь говорить за них, это уже не твое дело. Ты хотела нас всех обмануть, вот. Ты вообще пыталась всех наебать. Мы-то с Джуди два идиота. Думали, что ты реально хочешь помочь куклам в облаках. А оказывается, ты просто хотела занять место Хироми. Да. Браво. Только учти, я все еще могу это сделать. И меня никто не остановит. Ни они, ни ты. Ой, смотрите-ка, остановил. Выход на нижнем уровне апартаментов. Там рядом будет лифт. Я в ахере! Я в ахере! Ну честно, ну... Так, подожди, новое... Так, не то. Новое очко способностей. Так. Персонаж, смотри, я хочу. Техника, вот. Мастер, я хочу прокачать мастер. Мне нужно прокачать мастер, я смогу делать всякие новые пухи. Смотри, теперь я могу сделать вот это. Изготовить, говорю. Да. Я изготовил, я молодец. Снаряжение, смотрим, смотри, вот пуха. Так, пуха, финтифлюха, где она? А где то, что я сделал? Вот это новое, 327. Так, это не то, погоди. А, нет, 327, во. Нет, это не то, блядь, да где эта херня? Во, губитель 418, вот он. У меня есть прицелы к нему, 4.75, пойдет. У меня есть два модуля для него, смотри. Значит, у меня есть критический на 1, повышает скорострельность на 5%. Пофигу, ставим. Ставим. Итого, у меня есть вот такая штука на 419. Слушай, хорошо. Химический урон, погоди. А до этого у меня была какая вот эта? Нет. А какая у меня... Подожди, а этот у меня что стоял тут? Подожди, я понять не могу. Где он? Так, снайперская это не то. Так, пистолеты вот эти вот нафиг. Погоди. Я все запутал опять. Так. Двуствольное ружье нафиг. У меня покруче. Так, 393, 358, хорошо. Так, получается, вот оно. Вот, вот это мое бывшее оружие, вот это ружье точнее, да. Все, ломаем его нафиг, у него, смотри, химический урон, тут все мощнее, разбираем. Вот теперь я доволен. Так. Пистолет, дробовик, хорошо. Я еще снайперку хочу быстро поставить. Смотри, я ставлю снайперку, у меня что получается? Что вот это вот мощнее, да? А это электромагнитная снайперка. Это слабее, вот эту убьем. Так, допустим. Дробовик, да, говоришь, взять? Дробовик берем. Пистолет, нафиг он мне здесь сдался, хотя... Давай попробуем вот эту пуху. На нее еще можно что-то прицел какой-то повесить. Смотри, 3,60, 3,80. 3,80, а это что? 3,93 дальность. Так, прицеливание. А это 2,70. Ну давай вот эту вот. Да? Да? Оставим вот эту, да.
О, какая! Ну-ка. Это что-то мощное, да? Так, и не то. Еще секундочку одну. Подожди, снаряжение, создание, улучшение. Какую-то еще я какую-то штуку взял непонятную. А где она? А вот она. Какая-то я могу улучшать. Да пофиг, давай улучшим. У меня ингредиентов дофига, бабки есть, просто улучшаем. Все, никак. А, так, и... Да, блядь, да что я всю кнопку-то эту жму? И еще посмотрим снаряжение. Значит, это есть. 419, 338, 900... Ну ладно, херси. Это обычная винтовка? О, какая! Ничего себе! Вот это да! А мне нравится. Вот это круто. А то, блядь, да что-то. А то мы уберем, короче. Вот это мы уберем. Это обычная, понимаешь? Это обычная, а та энергетическая. А сюда мы поставим обратно наш крутой пистолет. 401. Вот скорострельность не написано. Критическое попадание у этого больше, у этого ячеек. Ну ладно, так оставим. О, я доволен. У меня есть пистолет, дробовик на ближний бой и клевая винтовка. Энергетическая. Так, погнали отсюда. Еще у меня есть катана охеренная какая-то. Так, все, спрыгиваем прям вот так вот. Уносим Том ноги. И Рокси в безопасном месте. За ними не гнались. А вот за мной сейчас будут гнаться, скорее всего, да? Спустись на первый этаж. Я буду ждать тебя у ларьков. А безэмоционально все говорит, жесть. Ты... Так. Ты ее убил? Да, убил. Господи, боже мой. Ты ее убил. Так она на меня напала. Что ты хочешь от меня? У меня не было выбора. Да, она сама на меня кинулась. Как иначе-то? Иди вы в жопу, блин. Это все только отговорки. Можно было иначе. Иди в жопу. Вы, блядь, планы у вас ебанистические. Вы все криво планируете, фиксеры вы, или кто там хериксеры, вы сраные, блядь. Должен быть один человек. Прихожу, там трое сидят, блядь. Они на меня кидаются, я всех убиваю. Потом твоя подруга баба кидается. Иди ты в жопу шла бы ты, Джуди, в жопу. Она знала, на что идет. Может, ты и права проси. Она знала, на что Майка идет. Майка прекрасно понимала, что делает. Она знала, как это все кончится. Идите в жопу. Считала себя неприкосновенной. Ну, хуевенной, блин, она считала себя. Я должна уложить это в голове и побыть. Побудь, побудь. Одна. Чтоб я еще тебе раз помог, увидимся, блин. Еще. Пока. Пока, Джуди. Ну ее нахер вообще, что это? Что это вообще? Что это? Ой-ой-ой, тихо, что это? Что это? Стой, стой. Опять приходы. Вот никто не думает, что я могу поверить. Встретиться с Хакана в углях. Так, с Ханака. Ханака. Это не то. Это главное задание, это основной сюжет, на котором игра закончится. Мы туда не пойдем. Все, успокоился? Еще раз спасибо. Успокойся. Так. Журнал, что у нас по заданиям? Нет. А, заказы, А что за заказы? Ритуал освещения. О, добраться до клиники Мальстрёма. Тип заказа кража. Да, помню. Приступ киберпсихоза, заявки на расследование. Транспортные средства, апартаменты и так далее. Давайте вот это вот сделаем. А что нам еще? Подожди, второстепенные. Звуки музыки. Так. Взрывной характер. Да, давай вот это заказ, ритуал посвящения. Да. Спасибо за то, что хотел помочь. Так, еще я хочу посмотреть. А, снаряжение мы все сделали вроде, да? Вот это вот надо разобрать. Фиолетовый, ничего себе. А, это нельзя фиолетовый, это очки Джонни. Их, они неразбираемые, они неразрушимые. Так. Готово. Киберпланты. А у меня есть они вообще, да, какие-нибудь? 7, 6. Воу. Так, что это такое? Так.
А, это я вот это улучшать буду. Погоди, автоматически врагов, которые вас заметили. Которые вас заметили. Так, подожди, подожди, подожди. Разобрать. Так. Превращает урон от всего вашего оружия в несмертельный, отключает дополнительный урон от попадания в голову, выводит умное оружие преимущественно на конечности. Хера себе. Пускай бы, я не знаю, что я сейчас сделал, честно. Так, а здесь что? А, здесь мы не можем ничего. Так, погоди, пытаюсь разобраться. А еще вот здесь вот что-то можно сделать, да? А, ну здесь у нас все стоит, все нормально. Так, все. Ладони, смотри. Джонни. Это татуху сделал мне на руке. Вот придурочный. Так. Не помощь. Друзья, наверное, на этом уже и... А куда мне идти? Прошу. До клиники Мальстрёма. Карта, погоди. Так, сюда. Так, куда? Я потерял линию эту. Так. Нихера себе! Охренеть! Психопат? Забрать награду? Офигеть, слушай. Да пожалуйста. Да не, в самом деле, как бы, а чё они здесь сидят? А это тот? Нет? Это не тот, который мы освобождали. Слушай, но в самом деле, ну их всех в жопу, потому что как бы это не дело. За это задание вообще говно, ничего не спланировал. Смотри, зонтиком идет чувак. Смотри, смотри. Пропал. Растворился под дождем. Нет. Чувак шел, опустил зонтик и растворился в воздухе. Так, мы перехерачимся. Это что? Ага, понятно. Доки, давай сюда. Да, быстрое перемещение делаем. Так, находимся мы в каких-то доках. Трансцендентный опыт, новое задание. Ну-ка, погоди, журнал. Вау. Новое задание какое-то. Самые зубодробительные мозговые вирты покупают не в магазинах, а на улицах и под полы. Понятно. Тем не менее, мы сейчас пришли на это задание. Короче, ритуал посвящения к Мальстрёму. Друзья, будем уже в следующей серии разбираться с мальстрёмовцами. Короче, там какая-то у них лаборатория, где они все это делают. И нам нужно их оттуда выкурить, как я понимаю. Поэтому это будем делать в следующей серии. Ставьте пальцы, пишите комментарии, делайте репосты, ставьте колокольчики, подписывайтесь, конечно же, на канал, мне будет очень приятно. А если у вас есть минутка времени, зайдите, пожалуйста, в ВКонтакт и подпишитесь на мою группу, где я выкладываю старые новые видео частенько, и как бы ссылочка будет на группу в описании под видео. Всем счастливо, спасибо, что смотрели, удачи и пока.